Как вас зовут? Меня зовут Вика. Да, теперь передавай. Меня зовут Лера. Ангелинки дайте. А тебя Ангелина, как зовут? Ангелина, как тебя? Я Каина. Ангелина. Хорошее, красивое имя. А сколько вам лет? Мне 8, а мне 7. А тебе сколько лет? Тебе сколько годиков? 3. Сколько? 3? 3? Покажи 3. На пальчиках. 3. Взрослые. Покажи. Вот, 3. Взрослые. Правильно, совсем. Девочки, смотрите в камеру. Вы уже пошли в школу? Сюда. Я да. И мы вместе ходим в школу. В один класс вместе? Да. Да. А кем хотите говорить? Держите, держите. Кем хотите стать, когда вырастете? Я хочу доктором, а я врачом. Молодцы, а кого будете лечить? Мы будем лечить пациентов, кто болеет, мы всех вылечим. Да, всем будет. Говори, говори. Всех будем лечить. Что будем делать? Песню петь или стих рассказывать? Стих рассказывать. Какой? Вот теперь я ученица, но не могу никак понять. 11 лет в школе учиться, а когда же мне играть? Хороший. А что? А что петь, мама? Не знаю. Ну, держи. Передавайте приветы. Передавайте привет. Привет, пап. Я тебя жду дома. Привет, мама, я тебя жду сильно-пресильно дома. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам, молодцы. Ангелина. А это все пряник. Ангелина. Вкусный пряник? Вкусный? Молодец. Как тебя зовут? Меня Инга. А фамилия какая у тебя? Скажи, Малышева. Скажи, Малышева. Молодец. Сколько тебе лет сейчас? Сколько лет? Линда, скажи, 2 года. 2 года. Два? Ты маму любишь с папой? Да. Молодец, спасибо тебе большое. Вы братья? Бери. Давай, бери. Как вас зовут? Меня Марк. А меня Дима. Очень красивые имена. Сколько вам лет сейчас? Мне 7. А мне 4. Мне 4. Ты уже пошел в школу? Да. И как тебе? Понравилось 1 сентября? Да, очень понравилось. А ты хочешь в школу пойти, как твой брат? Да, я хочу. Пойти? Я хочу. А кем вы хотите стать, когда вырастете? Пожарниками. Я хочу стать пожарником и тушить пожар. А я тоже хочу стать пожарником и тушить пожары. Молодцы, это очень хорошая профессия. А вы знаете какое-нибудь стихотворение или песенку, чтобы можно было сейчас рассказать? Да, но я стесняюсь. Ну не бойся, вот тебе. Мама, мама, мамочка, я тебя люблю. Я тебе любовь дарю и подарки, и цветы. В моем сердце только ты. Молодец, спасибо тебе большое. Передавай приветы. Передаю привет пожарным. Это был Марк. Дима, Я передаю слово пожарным. Я Дима. Пожарник. Как тебя зовут? Эмиль. Хорошее имя. Сколько тебе лет сейчас? 7. В школу уже пошел? Да. 1 сентября тебе понравилось? Да. Какой-нибудь предмет уже появился? Интересный, который тебе нравится? Математика тебе нравится? Ну, нормально. Нормально? А какой больше всего понравился предмет? Есть такой? Или еще не определился? Знаешь еще? Ладно, кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, космонавтом. Космонавтом? А на какую планету хочешь полететь в первую очередь? На Луну. На Луну? Молодец, это очень интересная планета. Она всегда с нами. А у тебя есть какой-нибудь стишок или песенка, чтобы рассказать нам сейчас? Ну, стишок. Ну, давай, смотри туда и рассказывай. Ну, вот перед ним море, ну, бушует, шумит на просторе, а в море высокая ходит волна. Сейчас Айболита проглотит она. Ну, вот к нему подплыл кит. Садись на меня. Чуть-чуть погромче, чтобы мы слышали. Садись на меня, Айболит, и как большой паровоз, я повезу тебя вперед.
Но горы встали перед ним на пути, и он по горам начинает ползти. А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. Молодец. Спасибо тебе большое. Передавай привет в камеру, кому хочешь. Папе. Передашь привет папе? Папа, привет. Помаши ручкой. Все, молодец, спасибо тебе большое. Бери микрофон в руки, как настоящий журналист. Как тебя зовут? Эдик. Смотри в камеру, как тебя зовут? Я уже спросил. Эдик. А как у тебя фамилия? Нет. А сколько тебе лет? 6. Ты в школу ходишь или в садик? В школу. В школу? Как прошла твоя первая линейка? Отлично. Тебе все понравилось? Угу. А что особенно запомнилось? Какие предметы тебе нравятся? Не понял пока? А кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну давай, кем хочешь стать? Не знаю. Не знаешь? Будем петь с тобой. Песню будем петь, а стих рассказывать. Давай тогда помашем в камеру и передадим маме привет. Давай? Скажи, передай давай, привет, мама, привет. Привет, мама! Спасибо тебе большое. Молодец. Привет. Камеру привет. Смотрим, как вас зовут? Меня Полина. Меня Максим. Сколько вам лет? Мне 13. Мне 12. Вы в школу ходите? Да. Я понимаю, в какой класс? Я в 7. А ты? 6. Вы в одной школе учитесь? Да. Да? Да. И кем хотите стать, когда вырастете? Я хочу стюардессой. Стюардессой? Я не задумался над этим вопросом. Вы микрофончик поделите? Я не задумался над этим вопросом. Не задумался? А есть какие-нибудь домашние животные у вас? Да, у меня собака. Как зовут? Салливан. А? Салливан. А у тебя есть кто-нибудь? У меня есть 2 кошки. Одного кота зовут Пиксик, вторую кошку зовут Блоссом. Отлично. Петь будем песню? Ну, нет. Ну, давай. Стих какой-нибудь расскажете? Мы еще не учили. Давай ты расскажешь. Мы еще не учили. Так, давай стих расскажем. Мы еще не учили в этом году. А есть какая-нибудь любимая песня у тебя? Ну, давай. Я тебе помогу спеть. Я ее не помню. Ну, давай, любую. Чуть-чуть, хотя бы 2 строчки. Нет. Давайте тогда помашем в камеру, и надо будет сказать всем привет, мы вещаем с аллеей первоклассников. Всем привет! Всем привет! Мы вещаем с аллеей одноклассников. Первоклассников. Давай еще раз. Всем привет, мы вещаем с аллеей первоклассников. Всем привет, мы вещаем с аллеей первоклассников. Спасибо, ребята, большое. Как тебя зовут? Виолетта. Смотри вон туда, в камеру. Сколько тебе лет сейчас? 6. 6. В школу уже пошла или еще в садике? В школу пошла. В школу пошла. 1 сентября тебе понравилось? Да. Была самая красивая? Да. Молодец. А какой-нибудь предмет уже понравился тебе? Да. Какой? Мне понравился урок. Там... Русский язык хороший предмет. Очень нужный, чтобы все были прожить в нашей стране. Русский язык это очень хороший предмет. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Юристом. Юристом? Чем занимаются юристы? Я еще не придумала. Не придумала, ну хорошо. У тебя есть какой-нибудь стишок или песенка, чтобы нам рассказать? Стишок никакой не помнишь? Нет, никакой. Год какой-нибудь рассказывал? Нет, не рассказывал. Ну тогда передавай привет и в камеру, и помаши туда, мишкам, вот туда. Передай привет маме. Привет! Кому спасибо хочешь? Тебе большое, ты молодец. Меня зовут Лиля. Я Сагидулина Лилия Рустамовна. Смотри в камеру. Сколько тебе лет? Мне 11 лет. Я живу в городе Челябинске с самого рождения. Отлично. Стишок? Нет, подожди, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать, когда вырасту, психологом. Ой, как здорово. У тебя есть домашние животные какие-нибудь? Да, у меня есть 2 собаки. Цезарь и Форик. Отлично. Петь будем или стих рассказывать? Я могу спеть. Давай, какую песню? На десерт. Давай. Знаешь, радость это хлопья с молоком. Пробую, я угощаю. Тут до края света 5 минут пешком. Ну а мы долетаем. В облаках никто не сможет разглядеть наши белые кеды. А мы там, где прямо каждый день. Можно спать до обеда. А
знаешь, все мечты такие сладкие на вкус и цвет. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Давай полетаем, что ли? Это так легко ли? Не волнуйся, я держу. Давай прогуляем школу. Обещаю, что я никому не расскажу. Давай полетаем, что ли? Облака сквозь шторы, как обертки от конфет. Давай прогуляем школу и закажем с колой кучу счастья на десерт. Молодец, спасибо тебе большое. Меня зовут Дарья Суворова Андреевна. Очень интересная, красивая имя. А сколько тебе лет? Мне 11. 11 лет. В каком ты классе сейчас? Я в 5 классе в 78 школе. Понял. А какой твой предмет любимый? У меня любимый предмет — технология. Технология. Чем вы занимаетесь на технологии? Ну, мы учимся шить, готовить, записываем всякую важную информацию. Очень интересный предмет. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Стилистом. Стилистом? А чем стилисты занимаются? Выбирают какую-то одежду, я не знаю. Интересно, такая для девочки прям профессия. А у тебя есть какое-нибудь стихотворение или песня, чтобы нам рассказать? У меня есть песня. Ну давай, споем. Она называется «На радостях». Я сегодня все вокруг разглядела по-новому, рассказала про мечту вслух небу просторному, по простору без лишних всяких формальностей. Они позвали меня, а я помчала на радостях. Увидела солнце ясное. Улыбнулась я, а я на мне. Зажигаю, всегда меня ждет, а тебя ждала. В общем, мечты в гостях была. А у тебя как дела? Все куда-то бегут, не туда, громким топотом. Вспоминая про мечту, не только так шепотом. Шепотом. У них важнее дела, а остальное все шалости. Увидела солнце ясное. Улыбнулась я, а ясно мне. Зажигаю, всегда меня ждет, а тебя ждала. В общем, мечты косяк было. А у тебя как дела? Молодец, спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Сережа. А фамилия у тебя какая? Сережа Минаковский. Хорошо, красивое имя. Сколько тебе лет? 7. 7, в школу уже пошел? Да. 1 сентября тебе понравилось? Да. Девочки красивые у тебя? Да. Красивые? Ну это хорошо. А какой предмет тебе больше всего понравился? Чё? Какой предмет тебе больше всего понравился? Какой? Ну, есть такой? Математика или русский, например? Не математика. Математика. Хороший предмет, очень интересный. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Пожарным. Пожарным? Будешь тушить пожары в лесу или в городе? В лесу и в городе. Молодец. А у тебя есть какое-нибудь стихотворение или песня, чтобы нам рассказать? Нет? Ну тогда передавай привет и помаши ручкой в камеру. Привет. Передавай привет. Кому передашь? А? Папе можно передать привет, можно друзьям? Папе. Все, молодец, спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Данил. Сколько тебе лет? 8. 8 лет. Ты в каком классе сейчас? Во втором. В втором классе. Любимый предмет есть? Математика. Математика. Интересный предмет? Да. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Полицейским. Полицейским. Будешь стоять на страже порядка нашего? Да. Будешь ловить преступников. Молодец. Это очень хорошая профессия, очень нужная. А у тебя есть какое-то стихотворение или песня, чтобы нам рассказать? Нет? Ну, какое стихотворение, может, еще? Нет? Ну давай, передавай тогда привет в камеру. Кому хочешь передать привет? Девочкам. Девочкам говори. С нашего класса. Давай, передавай привет. Вот скажи, передаю привет девочкам из нашего класса. Девочка. Все, молодец, спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Дима. А фамилия у тебя какая? Харрисон. Сколько тебе лет? 7. В школу уже пошел? Первый класс. Линейка понравилась тебе? Девочки симпатичные? Или так? У тебя появился любимый предмет в школе? Ну, скажи, да или нет? Да. Да? Какой предмет у тебя любимый? Математика, русский или рисование, может быть? Есть такой любимый предмет? Нету. Нету? А кем хочешь стать, когда вырастешь? Военным. Военным?
Каким военным? Летчиком или в танке? В танке. Пойдем со мной. А у тебя есть какой-нибудь стишок или песенка, чтобы нам рассказать? Нету? Ну, помаши тогда ручкой в камеру. Вон туда. Помаши ручкой в камеру. Не бойся. Все, молодец, спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? 7. 7, в первый класс уже пошла? Я уже во второй. Уже во втором? Молодец, какая линейка у тебя была 1 сентября? Да. Понравилось все? Да. Самая красивая была? Ну скажи, самая красивая. Самая красивая. Молодец. А есть у тебя любимый предмет? Английский. Английский, молодец. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, чтоб переводчик? Угу. Переводчик. Вот очень хорошая профессия, очень интересная. А у тебя есть какой-нибудь стишок или песенка, чтобы нам рассказать? Нету? Ну, передавай тогда привет в камеру и помаши ручкой. Привет. Молодец, спасибо тебе большое.